Вы знаете, я не раз думала о том, что было бы прикольно, если бы у нас было такое приложение при напеве, ну, если ты умеешь петь, есть слух, и при напеве мелодии выдавало бы схему вот этих вот скрипичных ключиков, вот этого всего. Дело в том, что я страдаю с детства тем, что мне во сне снятся песни, несуществующие песни. Иногда они кажутся очень глупыми. Мне сегодня вот приснился припев. И я понимаю, что этой песни не существует. И вот было бы клево. Я вот вообще не музыкант. Кому-то из живых людей напевать кажется глупостью, потому что мне кажется и сочетание слов какое-то глупое. Но я думаю, что я смогу сочинить песню под этот припев. Пускай он будет такой тривиальный, легенький, но такой патриотичный. Снилось оно вот так вот, и пели его мужчины. Свобода, женщина-воевода, свобода, вот такие дела. Свобода, женщина-воевода, свобода, от утра до темна. И интерпретация была именно такова, что свободой звали вот эту женщину, что это имя женское. И я попробую, конечно, что-то сделать, но вот как вот это по нотам разложить, чтобы это записать, чтобы можно было сделать композицию, я не знаю. А таких приложений я тоже не знаю. Может быть, вы знаете. Естественно, возможно, там что-то доработать, что-то доделать. Дай кись-кись. Дай кись-кись. Ты меня всю перецарапал. Я не могу себе жгущий скраб сделать на заднице, потому что у меня все вот этой дамочкой исполосовано просто. Она как будто бы вот чуть-чуть не допрыгивает и вот так цепляется за тебя. Ну, типа, я же прыгнула. Ничего вам еще надо. Сладенькая. Сладенькая. В общем, вот такие дела.